Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Бравл Старс. Это рубрика «Как пройти Бравл Старс с определенными условиями». Условия сегодняшнего видео – как пройти Бравл Старс, используя только автоатаку. Именно это условие придумали вы в комментариях. Вот эти комментарии на вашем экране. Ну а персонажа, которым я все это дело буду проходить, выбирает вместо меня рулетка. Но вначале у меня будет огромная просьба каждому из вас. Прямо сейчас, если вы вдруг еще не подписались, ребята, скорее нажимайте на красную кнопку «Подписаться». Жмите на колокольчик и ставьте лайк под этим видосом, и тогда вам 100% выпадет Лего. Готовы? За 3 секунды. 1, 2, 3. Спасибо, ну а мы начинаем. Итак, запускаем рулеточку, и кто же мне сегодня выпадет? Кем я буду проходить на автоатаке 4, а даже 5 событий? Это у нас кто? Это у нас кто сейчас будет? Это будет Бо. Блин, не самый лучший боец для автоатаки, но я попытаюсь это все дело затащить и постараться не проиграть. Итак, заходим в бойцов, выбираем Бо. Я на самом деле не сильно люблю играть за этого персонажа, но раз такой челлендж мне выпал, придется проходить. Итак, моя задача сегодня — выиграть захват кристаллов, броубол, ограбление и столкновение, как минимум 4 место. Возможно, даже сыграем перехват. Давайте начнем со столкновения. Мне нужно как минимум занять 4 место, то есть мне нужно забрать звездный жетон. Надеюсь, я смогу это сделать только автоатакой. Только автоатакой. Все автоатака и ульта, ребята. И каждая моя атака будет использоваться только... Вот я буду нажимать ПКМ на мышку, вот, без прицеливания. Просто без прицеливания пошел фармить все сундучки. Сундуки фармить я могу, да, фирму сундук. Такого условия не было, чтобы я не мог фармить. Я могу, в принципе, спрятаться в кустах. Это тоже в условиях, скажем так, не указано. Блин, а как же использовать только автоатаку? Хотя неплохо, смотрите, я неплохо справляюсь, неплохо справляюсь. Блин, так хочется нацелиться в кусты, но я не могу, я не могу. Блин, меня пробивают. Эй-эй-эй, там еще и ворон, там вор. Тю-т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 ю
неудачная попытка. Это была попытка неудачная. Скорее всего, я иногда, некоторые, мне пишут, воу, ты там монтажом убираешь некоторые у тебя неправильные кубки. Да, ребята, бывает, я делаю очень много фейлов. И некоторые моменты просто приходится вырезать, потому что я, бывает, с 10-го раза могу пройти этот челлендж. Да, бывают челленджи, которые реально очень сложные. Типа не атаковать вообще, не использовать выстрелов. И у меня еще заготовлена куча челленджей, друзья. Поэтому как можно больше ставьте лайков, чтобы я делал еще одну серию, серьезно. Потому что реально это самая лучшая мотивация. Так, а у нас, подождите, у нас же еще где-то коктейль находится. Так, а как стрелять? Так, смотри, Бо как-то сам по кустам стреляет. То есть он видит, где находится персонаж. Снизу у нас четырехбаночная роза. Так, смотри, я могу подобрать коктейль. Я могу. Блин, ну как я же должен был подобрать? Это у нас четвертая попытка пройти ШД, используя только автоатаку. Только автоатаку. В принципе, для начальных уровней это реально легкая задача, потому что я, в принципе, раньше сам использовал всегда только автоатаку, но это неудобно, ребят, серьезно, это максимально неудобно, когда вы начинаете нормально играть, автоатака это ваш враг. Это ваш злейший враг, автоатачить это зло, ребят, это зло, это дикое зло. Так, смотрите, 3600 у этого Дэрила осталось, ну-ка, Дэрил, не дать ему отхилиться. Ему нельзя дать отхилиться и не дать ко мне прикатиться. У него же скоро зарядится скилл. Так, погоди. Свали, пожалуйста. Свали, дружище. Свали. Так. Убью. Убил Оу, ребята, убили Дэрила на атаке. 6 бойцов. Сверху был коктейль. Может быть, мне коктейль кто подкинет? Понимаете, было бы очень хорошо. Так, я могу перейти вот сюда. А если я использую ульт? Куда он его забросит? А почему ты забросил его туда? Почему бы не в кусты наверх забросить? Серьезно. Так, у меня же пассивочка. У меня же пассивочка на просвет. Так, отходим. Все, я в кусты. Видели, я Шелли просветил. Так, Шелли начинает сражаться с кем-то. Она схватила коктейль. Нападает на эту Шелли. Так, она сейчас будет ко мне идти, нет? Она сейчас идет сюда. Воу-в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 оу. Так, кстати, я занял уже как минимум третье место. Это неплохо. Где-то здесь коктейль. Так, Шелли убежала, семибаночная. Она ко мне может прийти. С какой стороны? А с какой стороны она может прийти? Нужно найти. Ага. Вон там Нита идет. У них разборка. Нита против Шелли. Давай, Нита. Ну, а я пошел.
О, это мой шанс! Это мой шанс был занять первое место! О, это было круто! Это было круто! С пятой или шестой попытки я все-таки занял. Причем первое место, первое, не четвертое, не третье, не второе, первое местечко я занял. Это офигенно, это офигенно. Дальше у нас испытание идет захват кристаллов. Это у них роковая шахта. Окей, я не могу прицелиться с этой автоатакой. Так, против нас играет довольно-таки сложная команда. Ненавижу играть против Джесси, хотя за нас тоже Джесси играет. За нас играет Брок и за нас играет Джесси. Ну окей, сейчас посмотрим. Так. Так, смотрим, Рика нападает, пробиваем Рика немножко, хорошо, нет, не пробил я Джесси, я ушел в кусты, не попало по мне, ой-ой-ой-ой-ой, давай, добиваем, уходим, тут где-то Шелли в кустах, так, это мы пробили, я пошел к ним на базу, чисто вот такая разведка, как говорится, так, я захожу в кусты, и попробуйте только зайти, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ой-ой-ой, там Шелли. Шелли, не лезь ко мне. 4 гемасика против 2. Я пойду немного отхилюсь, так, Брок наш там расфигачил кусты, вот зачем ты Брок в кусты расфигачил? Мне непонятно. Мне серьезно непонятно, так, смотри, пробили немножко, кидаем ульт на мид. Но я потому что знал, что на мид пойдет ульт, из-за того, что опа, почти добили. Красиво, забираем гемасики. Итого у нас уже 8. Буквально 2 гема, Брок, вернись домой, я тебе все прощу. Так, подбили немножко Рика. Автоатачим, просто жестко автоатачим. Вот по КД. Итак, синяя команда побеждает. Отходим. Брок, не умирай, Брок. Брок сейчас, скорее всего, сдохнет. Мне нужно подобрать еще один гем. Все, теперь у нас 7 гемасов у меня. 3 гема у Джесси. Давайте сделаем автоатаку в те кусты. Все, я серьезно, я даже ульту автоатачу. То есть я не прицеливаюсь. Это победка. Неужели я буду еще топовым игроком? Нет, да. Я немного урона нанес, но я собрал больше всего гемасиков. Победа. Звездный жетон получен. Челлендж в этом испытании я выполнил. Серьезно, это такой нубский челлендж. Он довольно-таки простой с одной стороны, но с другой стороны нет, потому что я привык уже играть без автоатаки. Без автоатаки, когда прикрываешь, потом с автоатакой тебе привыкаешь, сложно уже играть. Так, ну здесь, мне кажется, должно быть не так сложно. Так, мы выносим розу. Нужно быстро закончить матч как можно быстрее. Так, там Дэрил, пробиваем. Нужно постараться вот в упор подходить. А, я же не могу автоатачить, да? Я не могу автоатачить, я могу только вот так вот паздать. Блин, я же не могу бить поворотом, ребят. Я же не могу бить поворотом, то есть я не могу прицелиться. Так, нас Тара спасла. Давайте мы выносим Эльприма. Эльприма выносим. Я не могу дать мяч никуда. Я могу его только отнести и либо занести вообще к ним туда. Так, смотри, хоп-хоп-хоп, отдаем Рози, пытаемся отстреливаться. Выносим Дэрила. Пробиваем Розу. Так, пацаны нормально справились. Мяч не у нас, Розу я убил. Давай, Дэрил, заноси, Дэрил, я знаю, что ты сможешь. Ну куда? Ну зачем? Что ты сделал? Просто я занесу. Я просто постараюсь занести. Да ладно! Я забил гол! Нормально, я просто занес. Тупо на автоатаке, понимаете? Мастер автоатаки. Кидаем ульт на автоатаке. Летит к нам этот. Плохо, что мяч. У нас выбиты ворота. Так, подожди, Эльприма нужно вынести. Эльприма прямо у нас на базе. Все? Дарил, молодец. Я еще и звездный игрок. Мало того, что я победил, я еще и звездный игрок. Вот это где круто. Вот это скилл, понимаете? Сейчас такие все автоатачеры сидят и думают: ха, мы знали, что автоатака — это лучший способ пройти Бравл Старс. Вот такие вот дела. Итак, у нас дальше идет ограбление. А вот как справлюсь я с ограблением, вот это вот, конечно, вопрос довольно-таки сложный. Итак, против нас играет Динамайк, Брок, Шелли, за нас играет Нита, играет Эльприма, который АФКшит. У нас есть АФКшник, нет, он уже пошел наконец. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, набрасываем. Вот Динамайк, конечно, неприятный зверь. У нас почему-то Нита АФКшит. Так, пробиваем немного. Наши бойцы куда-то пошли. Так, я выбил. Выбил. Так, убиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Немножко пробил их сейф. Но на нас нападает Брок, который сейчас запустит свои ракетницы прям по-жесткому. По-жесткому запустит ракетницы и будет разносить нашу базу. Так, дружище, ну я не могу... Так, надеюсь, Эльприма справится. Так, тебя я должен вынести в упор. Да, в упор. Так, на тебе.
На тебе ульту, так, мы заминировали немножко мид, у нас 68%. А почему его не убил Эль Прима? А, его до сих, он до сих пор бегает, вы прикиньте, Брок до сих пор бегал. Так, а кто-то должен из них сейчас погибнуть, нет? Нет? Так, Шелли. Шелли, погибай. Шелли, погибай. А, нужно использовать автоатаку. Кидаем, кидаем. Я не знаю, куда я закинул автоатаку. Давай, 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 ребят, давай, 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 давай. Тихо, 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 подорвали немножко, подорвали. Так, медведь нафигачил, 32% против 65%. 30%. Ребят, мы жмем. Мы прям такие жесткие, жесткие ребята, понимаете? Так, пробиваем немного Шелли, пробиваем немного Шелли. Так, запуляем ульту на автоатаке, ребят, все на автоатаке. Вы не подумайте, не целюсь, ни разу не целился в этой игре. Так, тихонько. Так, Брока, Брока, мучаем Брока. Надо его как-то вот зарейдить Брока, понимаете? Так, все, забегаю тупо на автоатаке. Так, тупо автоатачим. Автоатачим, так, сейф, 5000 хп. 5000 хп, ну, ну, давай, Нита, один удар. Просто зайди, один удар сделай сейфу, 2%. 1%, убили Ниту, давай, Эль Прима, с ульты прыгни туда. Бабахни, бабахни, бабахни просто, просто бабахни, я кидаю ульт. Я иду. Да-да-да-да-да-да-да-да-да, это победа, это изи катка, это изи бризи, Лаймон Сквизи, топ. Фух, с первого раза на автоатаке. Блин, слушайте, вы попробуйте поиграть только на автоатаке. Это офигенно, офигенно классный челлендж. Мне нравится, мне нравится. Плюс я еще апаю все кубочки, то есть я не сливаю на этом челлендже кубки. Итак, у нас еще и перехват. Ладно, я пройду 5 сегодня событий. 5, не 4, 5 событий будет за сегодня. Напоминаю, что некоторые моменты, особенно с ШД, я вырежу, потому что я проходил слишком долго этот момент. А, босс... Я прицелился, все. Здесь мне лучше объяснить вам, что происходит дальше. На второй попытке я случайно атаковал босса прицельной атакой и занял 4-е место, но я нарушил челлендж. Но после этого дело пошло не по плану, и мне пришлось сыграть еще 10 каточек, чтобы все-таки выиграть и занять призовое место, используя только автоатаку. Итак, попытка номер 10. Это мне наказание за то, что я один раз стрельнул все-таки не автоатакой по боссу, и приходится все это дело переигрывать. Так, у нас здесь Эмс, баночку я ей не дам. Я у нее разочек даже стрельну. Ничего себе, я их снес. Нифига себе, я их снес. Ой, босс пошел наверх. Блин, 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 босс пошел наверх. Нужно было не это делать, а не Эмс бить, а босса сразу идти бить. Так, нанес урон боссу, нормально. Давай, давай, наконец-то, наконец-то, наконец-то. А, не уяс. Ну, все понятно с тобой, босс. Так, давай, 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 давай. Атакуй меня. Атакуй меня, атакуй меня, атакуй меня. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. Так, там Эмс, я пойду себе две баночки заберу. Ты не против? Да что ж ты будешь, какой ты точный, какой ты меткий, прям в меня фигачишь. Так, 7 банок у меня. Пробиваем. Та Джесси, блин, сраная Джесси рыснулась. Вот когда персонаж с неуязом рысается рядом с тобой. Не очень приятное, скажем так, зрелище. Так, 5-е место. Уже скинули с 1-го на 5-е. Надеюсь, пока я добегу к боссу, его не прибьют. Джесси, а ты можешь бить кого-то другого? В отличие. На тебе, сдохни, гадина. Так, выносим ее пушку, забираем мне 9 банок. Пока я сейчас дойду до босса. Пока я сейчас дойду до босса. О-о-о-о-о-о-о, давай, давай, это мое звездное время. Да какой ты, кого ты бьешь? Давай, давай, не уяс, не уяс. Так, Рика, 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 умирай. Мне нужно отхилиться, мне нельзя умереть, мне нельзя умереть, ни в коем случае. Ни в коем случае, нет урона, хилимся, собираем банки. Ждем, пока он начнется урон у босса пробиваться. Снова меня он атакует. Второе место, блин, это шанс, давай, кидаем ульт. Что делает босс? Босс взрывается на все мои ульте. Так, у меня мало хп, но я вроде бы справляюсь. И второе место, наконец-то! С 10-й попытки я все-таки одержал победу без единой автоатаки. Фух, но в любом случае я кубки не слил. Я только боапнул немного. Свой аккаунт немножко апнул. И я считаю, что челлендж выполнен полностью. Друзья, надеюсь, вы сейчас прям поставите лайк, если кто еще не поставил. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!